должны свободно. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир. Владимир должен уметь научиться смешиваться с толпой. С вами вредный енот. Девочки научат тебя. Мы продолжаем играть в игрушку Assassin's Creed 2. Немножко задержка такая небольшая. Упражняйся со мной сколько хочешь. Небольшая задержка была, потому что я реально тут что-то сильно так слег прям. Что, вроде как... нравится? Нет, эта миссия не нравится. Вот, в общем, слег немножко, и вот сейчас до сих пор еще отхожу, так скажем. То есть кашель и так далее осталось, но уже гораздо лучше. Так, в тот раз мы эту миссию начали, и нас кто-то спалил, поэтому давай сделаем так, чтобы нас сейчас не спалили. Может быть, даже это у нас получится. Да? Надо присесть. Давай, садимся. Оба! Вот, честно, мне вот этот стелс в первой... А, подожди, в первой части его не было. А, нет, был! Или нет? Что-то я не помню. А был, нет, в первой части стелс? Я просто не помню, чтобы им пользовались там. Хотел сказать, что не пригодился ни разу. Так его правильно, его там, по-моему, и не было. Ничего ты не знаешь. Сказочник, блин. Знает он меня, знает. Ничего ты не знаешь. Блин, а чё я не смешиваюсь-то, Алло, гараж. Не, ну серьезно. Так, нужно вот с этими смешаться. Я вообще прям так вот смешиваюсь. Прям вот, ага, по костюму особенно. Так. Я вообще-то не смешиваюсь с этой толпой. О, я смешался с этой... Я не смешался с этой толпой. Почему? Какая странная одежда. Так, давай быстрый шаг. Бежать не буду, но быстрый шаг. Так. Быстрым шагом, быстрым шагом, быстрым шагом вот сюда. Оп. Да? Вроде да. Наемник, наверное. Да, да, конечно, да. Ну не ассасин. Я просто наемник. Просто присядем. Так, куда дальше? Она туда пошла. Тут что? Тут просто надо щемить. Наемник? Да. Наемник. Опа, я что-то... Я что-то украл, да? Ну-ка, садили все. Она ушла дальше. Монах, да, монах-наемник. Именно. Фу. Ушли, дай сюда спрячусь. Да я не могу раствориться. Они меня видят, а это, у меня костюм неподобающий. Дайте мне вот такой же, как у нее. Хотя борода выдаст. У меня борода есть? Нет бороды. Все, ничего мне не выдаст. Можно, нормальненько. Так, тут что? Спокойно, да? Все, пришли. О, нормально. Так, подожди, я вперед. Вот, нормально, дайте я сюда. Вот сюда. Вот, вот все. Вот, замечательно. Вот так и будем. Бена, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя. Я научился, я там что-то спер, 4 чего-то. Вор! Вор! Эцо, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите вора! Я понял, я ушел. В смысле? 5 раз уклюю. Так я упью. А, в смысле, я уйду. А, они не считаются, да? Здрасте. Здрасте. Есть что? Нет, что? Вот, смотри, идут. Оп, смотри. Я понял, зажимаем. Оба. Оп. Все. Просто идем и тырим. Блин, мне так нравится. А у них по-любому мешочки тут привязаны. Он идет просто их аккуратненько отвязывает. А вы научились сливаться толпой. Нифига не научился. Ну, я прошел, просто прошел миссию, это уже немаловажно. И научились воровать, спасибо. А, подожди, что? Говори, да. Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный. Такой милый. О, ты не знаешь о наших похождениях. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Да, это надо. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Да, имел честь. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь.
А пойду вот я. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Чё? Ладно, пойдем. Короче, походу, ее тоже... наверное, та с енота ее тоже предала. Так, ладно, пойдем. Обучение, типа, прошли. Нажмите группу... это это. То есть это для того, чтобы сливаться. Это нормально, это мне нравится. Так, мы пока безоружные от слова совсем. Тихо-тихо-тихо, не падаем, не падаем. Раз мы безоружны, значит, мы будем щемить вот так по крышам. Оп. Мужики, а вы кто? Вы группа или вы враги? Воры! Бене. А зачем? Блин! Ну взял 150, блин, косарей, это, в смысле, это, флоринов отдал им. Да спустись. Черт, вот тут вот зачем? Зачем мне 150? Блин. Они бы своровали бы даже у меня меньше. Ой, подожди, там кто-то есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А я могу это? Там в тусе вот это... Не-не-не. А черт. Воры, отпинайте его. В смысле? А что я не могу, почему? Ну-ка, давай-ка, залазь. А, все, я понял. Я туда не могу, я посюда могу. Все, понял. Нормально, нормально, бежим. Я не вышел за пределы, не надо мне рассказывать. Вот он сказки мне рассказывает. Ты смотри, что творит, тихо. Ой-ой-ой, тихо. Да, блин, подожди. Что ты делаешь? Эцио. Я понял, да, да подожди. Распущено. Конечно, 150 косоветих флоринов у меня стырили. Наглым образом. И распущено. Конечно, да. А сейчас будут отмазываться, а мы что, а мы ничего, ты сам ушел. Давай это. Ну. Вот. Оп. Оп. Аккуратненько, аккуратненько. Спокойно. Где этот, блин, Дэвид? А, подожди-ка. Тут, о, вышка нормальная, давай вышку откроем. Давай, поднимайся. Не, ну раз уж такое дело, раз уж оно оказалось рядом. Оп. Ну ты хоть бы для приличия развернулся. Ай, созерцатель, блин, созерцатель. Ладно. Прыг. В смысле это? В смысле прыг? В смысле прыг? Он не хочет. Ладно, хорош. Да, я именно наемник. Я не ассасин. Я просто наемник. При этом не предлаг. Так, сюда? А, сюда. Давай. Что? А. О, Эцио Аудиторе! Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Пойдем сюда. О, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Он хорошо, очень странный. Давай посмотрим. Поразительно. Чего? Не знаю, Эцио. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Медиспиаче. Стой, а чё? Стой. Что эти чертежи? Что посмотри, как делаешь? Она там крепилась. Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Ты чё покурил, если Леонардо? Если мы подставим буквы, ты чё такой дёрганый? А затем выберем каждую третью... Вот, готово. Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Что это? Верменте? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность. Не-не-не-не-не, там каждую четвертую букву давай в это. Выбери. Только побыстрее. Я пошутил.
Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Я же говорю, каждую четвертую букву надо было писать. Это, в смысле, читать. А нажмите. Невероятно. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Ай, началось! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Так, я понял, Махач. Махач. Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Non fare in finto tonto. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Ой, уронили, прям... Готов больно. Говорить? А сейчас? Как ты, падла. Так, ну что, пойдем завалим его. Отвечай, тогда мы закончим с этим. Идем так, не спеша, нормально. А как там? Подожди, а как убить-то его? Да в смысле вы обнаружены? А как его убить-то надо было? Я подошел, у меня действий нету. Че за фигня? Вы можете заработать много денег, нападая на курьеров Борджа. Предупреждение, убийца курьера перейдет к тому, что вы окажетесь в розыске. Да я и так в розыске, что там? Давай, поехали. У меня и так уже вся Флоренция, он ищет. Давай. В чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Подожди, это можно как-то перемотать? Что? Я? С врагом города? Чушь. Не, надо это завалить. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? А чё он ничего не сделал-то? Ладно. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас? Так, подожди. Вот так, о, ну. Короче, я даже не стал ждать, пока вам покажете. Я решил просто его ударить. Получилось. Грация, Эцио. Извини, что так вышло. Как? А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. А чё, куда? К остальным? Их дает мне город для опытов. Да ладно. Херось. Да подожди, ты чё ты... Поднять, ну? А, вот. Ну, конечно, давай на руках. Да ты через плечо его это... Подожди, стой, куда? Через плечо его закинь. Да в смысле? А я вышел-то отсюда. Как так? Так, погоди. А, вот. Сюда, вот, все нормально. Так-то он нормально устроился, нифига себе. Туда. Город дает ему тела для опытов. Ну, сейчас скажешь, что я ничего не это, не видел, никто не заходил. Видишь, никаких следов. Спасибо, Леонардо. Да как, вот он след за лежит. Все. И вон след лежит чей-то. Запомни, если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджеле Эмея Маджи. Хорошо. Подожди, Паула это вот эта, которая нам помогала. Сутенерша, я понял. Вы так, не поверите, есть что? Низ... Ой, я так чуть-чуть. Смотри, что-то есть кожаный, а у меня нету. Ай, воры, блин! Вот если б не воры! Так, подожди, доспехи. Ну так ладно, подожди. Похоже, сейчас. Всем не угодишь. Да-да-да, вообще не. Господи, помилуй меня! Да я случайно, Господи, ребят. Дай денег. Молодец. Денег дай. Ага. Денег дай. На благотворительность. На борьбу. С неправильным режимом. Там, ну, этот... С коррупцией. На, а вы вообще... А чё такие нищие? Так. Там кто-то есть. Смотри. Сейчас мы... О, у тебя есть что? Спасибо.
А чего прикидываешься бедным? Да мы сейчас 2-3 вообще тут нашиваем. Только в путь, смотри, вот через толпу идешь. Да вон, вообще нормально. Я, короче, это, нашел способ бабла поднять. Это всякие лучше, чем всякие там эти и беты эти. И букмекерские. Нормально. Ай, подожди, стража. Да ёб твою за ногу. Я ж где-то, я денег еще не дошибал. Ой, там кому-то морду надо набить. Да? Нихера себе, друг. Вы меня убить хотите? Не-не, спасибо, такие, нафиг такие друзья. Секунду. А это куда? А я инкогнито. Пустите меня. Пустите меня. Да нет, это не я, это все не я. Да ёшкин крот. Да ё-моё. Вот сюда надо. Прыг, отлично, сидим, лежим. Так, нормально, главное не шевелиться. Черт, смотри, черти какие. Где они там? А вот это вот из-за него все. Вот тут я тебе говорю, вот из-за того, за углом который. Я ж из-за него денег тут шибаю. Подрабатываю. Быстрый шаг. Тебе такой капюшон копить и копить, блин. Вот смотри, как тяжело, блин, бабки достаются. Что там? А, 2300 есть, все. Пойдем купим броню. А у вас что-то осталось еще, нет? А у тебя есть? Спасибо. Иди, вот сюда. Недавно мне повезло, и я нашел. Вот так вот дела делаются. В древней Флоренции. Так, это что мне? Здоровье плюс один, бра... Вот хорошо, это прям надо. А, купить, да? На мана. Так я его делал, нет? Чао, сеньори. Расскажите обо мне своим друзьям. А, вроде я делал. Вроде на печке, да? Их не было. Нет, даже были. По-моему, какие-то другие были. Так, секунду, а как тебе посмотреть, допустим? А, так, снаряжение. Доспехи. А, ну да, вот, нормально. А, я одел их все-таки. А, так тут смотри, вон еще что-то. О, хорошо. Устраивает. Так, пойдем. Пойдем. Так, тут кому-то морду надо было набить. Это что такое? А, ну да, он, смотри, этот появился. ХП один. В смысле, погоди. А это что такое? А, карта. Вот это вот что такое? Кузнец. Станция путешествий? Да ладно. А это что? Драка. А пойдем подеремся. Не, ну а что нет-то? Мы к Паулю всегда успеем. А тут нифига себе драка. Так, по-моему, тут было. А еще это, да. Господа, скинулись. Спасибо. За то, что он составил такую приятную компанию. С таким приятным человеком. За это, да. Мадама. С вас двойнее должно быть. Пейзажи все у тебя что-то болит, друг? А, я думал, ее. Так, что надо? Кому можно бить? Мне изменяет. Да. Я знаю это. И все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. А дизлайк какая? Поехали. Отвергнутая жена. Да поехали, сейчас напинаем кого-нибудь. Тыц. Мы идем не спеша. Так. Мы знаешь, как сделаем? Мы сейчас вот так сделаем. У меня офигенный портной. А то они там сейчас кипиш наведут. Блин, нафиг он мне не сдался. Так, есть что? Как нет? Это же балкон. Как на балконе ничего нету? На балконе всегда что должно быть. Какой-то неправильный балкон. Прям от слова совсем неправильный. Так, хорош. Давай сюда. Спокойно. А, погоди-ка, а тут тоже кузнец. Да? А интересно, у них разные или одно и то же? Ну-ка, секунду. Как мне туда попасть? Я просто хочу глянуть. У меня высокие цены. У тебя высокие цены, и ни хрена нету за эту цену. Ну ладно. Если передумаешь. Короче, у них одинаковое все. Я просто думал. Палец сейчас. А ты кого убил-то? Ладно, давай вот этого убьем. Да чё ж мелочиться-то? Давай всех завалим. Тот дурак, он с кулаками. Давай, вот этого. Давай от этого он отвлекся пока. Ох ты падал, ты смотри, что творит. Меч схватил. Тихо. А как это? А цель погибла. Ну, а я при чем? Он с первой начал.
Бей-бей-бей-бей, я там еще тыкаю. Я не при делах меч схватил. Это самооборона была. Из-за спины напал. На секундочку. Так, что у меня? А, у меня бабки сохранились, это хорошо. Смотри, получается, если тебя даже валят, то бабки сохраняются. Ну, это радует, конечно. Так, давай сюда. А да нету точки обзора. У, держись! Как больно это было сейчас, алё, гараж. Ты что, больной, что ли? А вот оно тебе надо было вообще. Так, они ушли. А, удержите, чтобы включить орлиное зрение. Так а что её искать-то? Вон она. А, надо вот такого переключиться. Однако, здрасте. Нана. Я еще слишком молода. Так и вот именно, найдешь другого. Ты че, блин, до женатого-то, а? Проклятие! Я сдаюсь! Это сука! То есть, моя прекрасная жена. Я иду домой. Нет. Не пойдешь. О, две... А, я, смотри, я и выполнил. А, подожди, я еще побрать могу? Наверное, его тоже, да? А, это еще две соточки. Ну-ка. А, его могу побрать? А у тебя есть деньги? Так ты нищеброд! Какие любовницы тебе? Деньги бы в семью нес. И так их нифига у тебя нету. Ой, блин, это капец. Ладно, пойдем. Пойдем, все убедил, пойдем по миссии. Немножко развлеклись. Потом надо будет еще по портному заскочить, я не всем понимаю. А, подожди, у портного. Тебе у портного... нужна медицинская помощь? Слушай, да. А что ты... Лекарство. Да. Так еще покупай. Все, больше не лезет. Нет, подожди, лезет. Поверь мне, друг, скоро тебе станет лучше. Это, подожди, меня вылечи, у тебя дешевле лечит, чем лекарствами. Слышишь? Давай. А, лечить. Да. Исцелю. Вот и все. Если что, возвращайся. А че не крадем? А че? Он воровать не хочет у него. Я тебе столько денег сейчас отвашлял. Ты че? А, секунду, дай я снаряжение гляну. А, снаряжение, оружие, боеприпасы, предметы, наверное, да, это? Нет, это перья. В боеприпасах лекарства. Так, секунду, а как мне это, допустим... А как мне это назначить? Секундочку. Я так понимаю, вот это, наверное, надо как-то... Просмотр. Выбрать... Вот понятно. А как мне его использовать-то? Непонятно. Ну, снаряжение. Че, треугольник? Та ж, по-моему, в первой части это было что-то такое, что мы... Оружие могли разное, там что-то распределялось куда-то. Там вверх, вниз, слева, вправо. Нет, не то. Подожди, а может быть как-то этот первого лица? Не то. А, во, ну. А, ну я типа фуловый, я понял. Ну да, я понял, что все. А, налево она встала. Ну ладно, вроде как я понял. Разобрался, хорошо. Так, пойдем. А, ой, пардоньте, кнопочку перепутал. Я вот это хотел. В смысле, да, вот так вот. Так, мы подсюда не пойдем, мы пойдем потуда. Кто он крикливый такой? У торговца Фиделио. Последняя партия меди оказалась плохого качества. Никто ничего не видел. Все нормально. Медь плохого качества, блин. Нифига он, да, этот антирекламу дает. А где пруфы? Ну, я так понимаю, тут... Покажите, друзья, с тех пор, как... Ну да, все, вот они у всех все одинаковые. Так, он где? Хрен его знает. У-у-у, это вот они, да? Господа, извиняюсь.
Квартал Амшутия, да-да. Так, сюда. Да нет, тут, короче, прикалываться вообще по полной можно, поугарать-то, блин. Мне очень нравится. Когда вот такой открытый мир, это гораздо прикольней, чем первую часть. Я спокойно, побежали. Ай, тихо, спокойно. Спокойно, бежим. Так, а то, что красное, я так понимаю, все-таки типа розыск, да, это означает? Такой, как бы, пассивно-агрессивный розыск. Оп-оп. Да, короче, я понял. Это же очень опасно. Да вообще не говори. Я понял, как надо тут действовать. Надо просто вот так вот, рожа кирпичом, и через толпу вот так идти. И жизнь будет прекрасна. От миссии до миссии дошел уже миллионер. А чё нет? Нет, ну смотри, я просто прошелся. На секундочку. Я просто прошел мимо. Во, Клондайк. Смотри, я сейчас миллиардером стану. Не просто миллионером, миллиардером первым в истории. Тогда еще денег таких не было, а у меня уже были. Спокойно. Но мне вообще как бы туда надо. А я куда-то не туда иду. Я иду по пути денег. Меня устраивает. Подходи, не стесняйся. Да ты смотри, сколько мы уже бабок подняли. Мы только что отличились, у нас там 70 было, а уже 320. А мы еще даже до миссии не дошли. Нам, короче, туда надо пройти как-то. Но это далеко. Так, подожди, вот так. Палец ехал. Спокойно. Давай по большому кругу, а. Тут очень народу много, мне нравится. Мне прям вообще нравится. Блин, ну мне вот так прям нравится, как... Да ты смотри. Отвечаю. Так, черт прошел. Не, подожди. Я вот эту кучку тоже должен обработать. О, нормально, все нормально. Налоги, новые налоги. Пошли. А как по-другому-то? Ты смотри, тут бабки как еще зарабатывать? Долго же тебя не было. Да не. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. Чего? А, ты про это? Ну да. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Какое? Где мне найти Уберто? А, понятно. Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины Вероккьо. Это в церкви Санта Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. А можно мне этот клинок еще? А то как-то вот эта вот штука. Как-то это. Мне кажется, она несколько это. Маловато будет. Я про то, что они же там, блин, на меня будут по-любому как бы это. Нападать. Да они странный патч, просто модный. Это последняя тенденция моды. Италия туда-сюда. Made in Italy. От известных Леонардо Гуччи. Да, конечно. Ну, конечно. У-у-у, пацаны, я побежал, давай. Пожалуйста. И не увидишь, все, давай, пока. Так, мне вот туда надо. Пойдем. Да ладно, там всего-то навсего стырил там. Пятихаточку уже? Нормально. Вы там больше стырите. Грабеж населения туда-сюда. О, а где рекламу какую-то там этому поставщику меди дали, нихера себе. Сейчас разорится после этого. Подожди, это что такое? Они отлично подойдут к твоему костюму. Что это такое? Сумки. Так. О. А я вот такой хочу. А, это и так мы, да? Вот. Так, я его больше не хочу. Так, да у тебя ничего нету, отстаньте. А почему она на карте не отмечается? А она, наверное, не открыта, да, еще? Ладно, откроем потом. Если вы проигнорируете приказ, лучник спустится с крыши вниз, и они вас атакуют. Ага. Да, конечно. Давай, залазь. Так, ну нифига себе, спортсмен. Паркурщик. Ну-ка, давай сюда. Есть что? Да как нету? Это ж балкон, это крыша, тут должны быть чемоданы. Деньгами набитыми. Во! Смотри как. Есть. Я просто уже привык, что в принципе, мы как на крышу попадаем, то всегда есть чемодан. А в чемодане всегда есть деньги. Это хорошо. И кто такие чемоданы делает, я не знаю. Но это как минимум глупо. Так.
Но нам нужно теперь каким-то образом. Это все, видимо, по стелзу, да? Иначе он узнает, он уйдет. Он нашу морду лица-то знает. Это. Ага. Спасибо. А, значок глаз, если на экране появляется значок. Это значит, что здание есть символ. Постарайтесь найти его. Чего? Какой? Чего? Секунду, база знаний. База данных, да. Так, люди, места, вот это, да? Санта Кроче. На этом здании один из тех странных символов, о котором говорил Шон. Тебе нужно найти этот символ. Ну ладно, историю читать не буду ее. Так, будем по чуть-чуть почитывать, так скажем, по необходимости. А как, подожди? А, ну да. Как, вот так. Так, хорошо, пойдем. Я очень тихо себя веду, не надо это. Ну что? Так, давай, мы знаешь, как сделаем? Мы... Кажется, я знаю. Вот, да. Сейчас ты умрешь! Я четвертушкой хочу! Нет. Вот понеслась! Давай! Пацанва, вас много. Спокойно, оп, хорош. Это я помню, рефлексы остались. Я первый ассасин, блин, прошел. Там мы с кем-то там дрались за яблоко. Драка за яблоко, капец. Дожился. За яблоки дрались. Реально ведь? Опа. Оп. Да нет, слушай, нормальный клинок такой хороший. Хей, стража уже нету. Так, а ты чего? А он свалил. Так, давай берем тогда уже. Да не надо. Сейчас, подожди. Те вроде не дергаются, те им пофигу. Это с другого этого гарнизона. Они там между собой по-любому это... Конкуренты. Типа, кто больше там кого ограбит. А чё ты не нищий все? Знаю, кто ты и с кем так не поладил. Что ж, покойся с миром. Со мной не поладил, в чем проблема? А это лекарь, да? Что, ну я не вижу тут знаков. Хорошо, давай тогда обходить, видимо. Так, давай по крыше обойдем, а то сейчас опять психанут. Начнут лезть, блин, убивать придется. Я чё, блин, убийца какой-то. Я профессиональный убийца, я по цели только работаю. А это так, недоразумения тут какие-то. Опа. А вот туда нам по-любому надо. Только нужно как-то это сзади сделать красиво. Слезаю, я услышал. Заходите ко мне. У меня лучшее снаряжение во всем. Я слез, все. О, не, с такими не надо, это какие-то бронированные. Я француз, да, француз, тихо, спокойно. Я француз. Пролево франше. Ля жаба, ля болото, ля прык, ля прык, ля прык. Блин, у меня реально как-то туда попасть получается. В общем, я так понимаю, мне нужно что? Мне нужно залезть, а внутри там какой-то двор был. Вот в этот двор. О, ничего себе, мы затягиваем. Слушай, давай это поторопимся немножко. Откуда? Да какая разница из Франции? Нам отвечай, надо туда как-то. Я понял. Ну-ка, давай быстрый шаг. Сюда. А вот теперь туда надо зайти. А чё, подожди, вон толпа зашла. Мне надо с ними зайти. Да? Вон толпа вышла. А давай толпа еще раз зайдет. Вот иди. Вот. Вот. А толпа сейчас зайдет, да? Капец. Я угораю вообще, блин. Так, мы внутри. Мы молодцы. Сейчас, значит, смотри. О, во-первых, я чемодан нашел, тоже хорошо. Во-вторых, тут охраны нет. Это вообще замечательно. В-третьих, мы сейчас будем искать что-нибудь, прицел этот. Глаз. А, подожди. Это мое, это я оставил, это я бронил, это мой кошелек, да? Не удивляйтесь, все нормально. Это не воровство. Какой знак? Где знак? Че знак? Пойдем погуляем, я хрен его знает. Какой знак-то? Нет, не то. Какой знак-то? А он... М-м-м-
А в смысле, подожди, алло. Это карта. Ты меня куда повел-то? Нихера себе, а ты это как так получилось? А что делать теперь надо? Туда что ли вернуться? А нахрена я сюда это ломился? Ладно. Пойдем коротким путем, я знаю дорогу. Ну и. Да нормально все. А, заодно карту откроем, да? Я, короче, вообще не понял. О, анархист, смотри, крест перевернутый. А еще церковь! Считается, или кто они там. О, смотри, смотри, смотри. О, вот это вот знак прям вообще вот это. В те времена можно было прям вот расценить. За еретиков признать, еще что-нибудь такое. Да, по-любому. Ну-ка, давай-ка. А, секунду. Не, выше? Нет, не сюда. Давай. Нет. Синхронизацию давай. Во. А я что-то сейчас не понял. Мне просто нужно было прийти разведать, получается. Я-то думал, что все, я сейчас туда приду, затаюсь, там завалю. А что ты как-то это? Как-то грустно получилось. Совсем грустно. Ладно. Пойдем. Ничего ты, нифига, красавчик. Так, а нам... А там вояки будут, да, сейчас? Или нет? Конечно, будут, вот они. Ха, нет, давай. Пойдем посюда. Какой нелепый капюшон. Да что вы до меня докапываетесь, это капюшон? У самих, блин, форма клоунская. Блин, обидно, вообще обидно. Ну так, на секундочку. А подожди, мне сюда, мне сюда. Меня ограбили. Не-не-не-не-не. Ты это дома забыла. Подожди ты. В смысле? Что я делаю не так? Так я ж сюда пришел. Ну? Ну? И? Что? Подожди, ну давай, ладно, хорошо, давай залези наверх. А, мне кажется... Да не снится, это я просто дурачок. А, может там сверху типа видно будет? Давай залазь как-нибудь. Чё как маленький. А, так надо было... Да ё-моё, чё, серьёзно, да? Надо было вот сюда подняться. Ты снова об этом? Ты перешёл все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Конечно. Ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи – путь к ненужному вниманию. А мне сейчас опять вот заходить. А я только что оттуда вышел. А тут лучники. Твою-то, блин. А, вон он знак. Конечно, а чё нет? Ну вон, вот, конечно. Конечно, вот-вот, нарисовался. Да его только что нарисовали. Я понял. Ладно, хорошо, попрыгали. Мы это уже умеем делать, пойдем. Пойдем. Сейчас мимо этих пройдем. За угол завернем. Давай к монахам. У меня плащ почти такой же он. Давай шустрее, мужики. Вы чё там? Ходить умеете. Мне надо как-то теперь вовнутрь зайти. Походу опять подходи, с той группкой зайдем. А, подожди, а монахи, а вы куда? Вы не налево туда пойдете? Не вовнутрь? Это было хорошо. Давай пока вот так. Давай сюда зайдем. Блин, пацаны, вы не туда вообще идете. Мне все не надо. Ладно. Пойдем. Поправим свое финансовое положение немножко. Это тут откуда? Да мимо я иду, вы что? Что вы до меня докопались? Вон так... сколько мимо ходит. Что-то он не похож. Так, ждем. Не, давай оттуда. Отсюда мы уже проверяли. А, неплохо так заходится. Вон, идут. Нормально, я знал, они придут. Я знал. Вот они, красавчики мои. Пошли. Пойдем, балбесы, пойдем. Давай второй раз. Че ты меня смотришь, блин? Не узнаешь, что ли? Так мы с тобой уже тут были.
Он, видишь, чемодан пустой. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души. А-а-а. Постараемся отвлечься от этой неприглядной истории. Сейчас нужно как-то красиво подумай это все сделать. Ведь Джованни был мне... Во, она. Не вините себя. Кто мог знать? Ты. Опа, хорош. Ой, да ну ты чё психовать-то так? Просто в горло один раз, профессионально, красиво. И ушел. А, сейчас мудрая речь будет, точно, да. Первая часть же была. Ты бы поступил точно так же. Дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудитора не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Мала... Дебил. Ассасин! Давай, мы тут уже пути отступления зато знаем. Оп-оп-оп-оп. Хорош. Молодец тут. Вот орать зачем надо было, а? Сказал этот. Кто убил? Да хрен его знает. Кто-то. Это не мы. Это какие-то там фанатики и так далее. И все. И всем было бы вообще замечательно зашибись. Зашибись так. А, о, нормально. О, ничего себе, аптечка хорошо устанавливает. Это вообще прекрасно. Так, а что? Мне же нужно это всего-то навсего. Что сделать? Похоже, он хорошо ворует. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мне всего-навсего нужно сено. 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 Где сено? Так. Он ведет себя тихо. Черт, я развалил, да, группу? А, похрен. Пошли, пошли, пошли. О, чемодан. А зачем мне сюда? А, ладно. Я понял, что инкогнито стать. А как мне стать инкогнито, если тут чемодан с деньгами? И на меня тут напали. Сейчас стану инкогнито, все нормально. О, 400. А, ну все, инкогнито стал, нормально. Еще тут денег подобрали. Хорош. Не-не-не-не-не. Да. Ладно. Давай следующий. Давай, подходи. А что, в смысле, подожди, ты нафига отпрыгнул-то? Ты чё так неправильно поступаешь? Вот и все. Самое поганое. Не знаю, отсюда теперь выйти как-то. А, вот они мимо прошли. Да, это вот он правильно говорит. Сражайся каждой минутой. Давай. Все. Да, в смысле? Он не умеет подпрыгнуть маленько. Так, тут был лучник. Я увидел. Надо, хорош. Это было красиво. Это было не очень. А, нет, подожди, это нормально. Нет, это было не очень. Ладно, давай с тобой на этом пока закончим. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась. Большой палец вверх. Оставляй комментарии и подписывайся на канал. Всем удачи, всем пока.